Давайте будем кушать вафли. Конечно, я их уже до видео не вытерпела и попробовала. Будем есть с икрой, с рыбкой и творожным сыром. И также с ягодками, со сметанкой и нутеллой. 100 лет не ела нутеллу. Сегодня утром специально заказала для видео. И у меня тут еще сырки есть. С фисташкой и с кокосом. Так, сметанку возьмем. Давайте начнем, наверное... Вот люблю начинать я с соленого. Так, чай спущу вниз. Не могу есть перед соленым сладости. Подвинем вот так вот. Будем пробовать вот эти сначала. Даже жалко рушить такую позицию. Очень вкусные сырные получились, но тут очень много сыра. Эти, конечно, вафельки, когда испеклись, я сразу попробовала. Они вкусно будут и без рыбки, и без икры. Но мне захотелось их украсть. Очень вкусно. Сегодня поговорим о том, как все есть и не поправляться. Хочу сметану их попробовать. Я люблю сметанку 20% жирности. Ой, чуть не уронила. Вафельки — это намного удобнее, чем печь блины утром. Такие две чашки у меня одинаковых. Это нам на Новый год гости брат с женой подарили набор для глинтвейна. Бокальчики такие классные. Давайте еще сырник возьмем. С творожным сыром сделаем. В общем, мне пишут столько комментариев, хотя я уже отвечала вам как-то. Я только завтракаю и обедаю сейчас, на данный момент. Было время, когда я снимать начала видео после рождения Германа по ночам, и я поправилась. Я поправилась и стала весить 64 килограмма. Это был мой самый максимальный вес, мне кажется, за всю жизнь. И потом я перестала снимать по вечерам. По ночам, можно сказать, я снимала. Я снимала, когда уже дети спали. Было время 10 часов вечером. Но при этом я еще ела утром, в обед. И когда мне скучно, я тоже ела. А сейчас... Утром я с детьми не завтракаю. Мы утром встаем, я готовлю завтрак, кормлю мужа, детей, сама не завтракаю. Я, знаете, поняла, что мне не хочется утром есть, я хочу есть, когда я хочу есть. А не от того, что устала и надо есть со всеми вместе. А раньше я ела всегда с ней вместе. Так что у меня два приема пищи. У меня было, кстати, в жизни такой период, когда я так питалась. Я питалась, завтрак у меня был в 10, ужин у меня был в 5. Но я ела все, что хотела, но 2 раза в день. И тогда я себе очень нравилась по внешности. Можно сказать, что я на интервальном питании. И кто говорит, я целый день не ем, прихожу вечером и кушаю, это очень плохо. Вы, получается, все съели? Ложитесь спать с этим.
И опять творожный сыр открыла. Очень классное сочетание. Сырные вафли, творожный сыр и рыбка. Так что вот весь секрет. Кто-то даже написал, а она после видео типа вырывает. Ну это вообще ку-ку, как такое вообще можно написать? Девочки, если вы так делаете, перестаньте. Это уже надо или с психологом, или с психотерапевтом прорабатывать. Это ненормально. Кто так пишет, вообще понимаете, что я снимаю уже 4 года, если я бы так делала? Я бы уже давно не снимала, я бы себе весь желудок испортила. Просто кто это пишет, не может поверить, что можно кушать и худеть. Отошла она от темы, и вот я была 64 килограмма. И так питаюсь примерно уже месяц. Может, меньше. Я похудела, я сегодня взвесилась, я 68... 68, господи, 58... с чем-то, 400 что-то грамм. Так что мне до 55 килограмм осталось совсем чуть-чуть. Но еще хочется тренироваться, я делала несколько раз тренировки, но у меня то Герман залезает, то Лёва. Вот с ними вообще не вариант дома тренироваться. Сказала Костя, что хочу начать ходить хотя бы в зал по субботам или в бассейн. Или весной начну бегать, как все растает. Обалденно. Теперь хочу шоколадные вафли попробовать сделать. Ни разу не делала. И не делала, и не ела. Лена часто очень раньше пекла. Вафли. Как-то на видео даже нам делала один раз, но это было очень давно, еще до рождения Лёва. Я все время думала, что это сложно. И долго. Это кофе, это чай. Давайте теперь сладкие попробуем. Они, конечно, и так вкусные, но мы их сделаем с нутеллой. Давайте. Нутеллу вчера купила, такая красивая, пришла с сердечками. Заказала доставку ночью. Думала, ночью сниму видео. Рецепт вафель вам покажу, а утром буду кушать. Потом у меня что-то так сил закончились. Я только перед сном встала, когда дети уснули, убралась. Нам было полы. Знаете, это вот занимает буквально 15 минут убраться на кухне. Ну, посуду, конечно, я не мыла, я посудомойку включила. А сегодня на кухню утром зашла. Чистота. Так приятно. Так, на нутеллу. Я думаю, знаете, как я сделаю нутеллу? Закрою еще одним блинчиком. Опять нутелла. У меня такое хорошее настроение. Я так люблю дни, когда я не ленюсь. Когда с утра... Знаете, мне что повышает утром настроение? Сходить в душ, накраситься. Снять для вас видео. Думаю, хватит. Так, здесь поправим, чтобы все красиво было. Была от того, что как вафель у меня получилось, потому что вчера я списала Лиане и спрашивала у нее рецепт, как она раньше пекла. Но она мне скинула, и они там были такие более ПП. Я подумала, ладно, сделаем по книжке. Со сливочным маслом, с сахаром. Так, ягоды внутрь. Как вам такой сэндвич?
Восторг. Встала посмотреть, снимает телефон или нет. Все снимает. Слава богу. Сметанку еще. А это сюда что еще можно? Сгущенку. Она, кстати, у меня тоже есть. Ну и понятное дело, я ем, например, сладости не каждый день. Если вы, например, хотите похудеть и каждый день будете только шоколадки есть. Ну и когда всего два приема пищи, ты уже начинаешь выбирать и хочешь что-то мясное. Рыбку хочется. И мне, например, лично вообще не подходит перекуса. Я не могу, как нормальный человек, просто сесть, например, съесть один, ту же самую одну вафельку и остановиться. Я не могу. Мне надо доесться. Или там съесть пол конфетки. Я всегда удивлялась над людьми, кто откроет конфетку. Откусит один раз чаем, выпьет, и все. А у меня чуть-чуть чая выпито и гора фантиков. Давайте еще сделаем. Только сделаем сметанку, делаем сметанку. Меня давно просили снять сладости. Вот это для вас видео. Вчера перед сном Нутеллу, доставку продукта заказала и спрятала ее, потому что я думаю, если Лёва увидит, он перед сном ее наестся. Сегодня придет из садика, покажу ему ее. Он тоже сластен весь меня. Так вот. Еще бы, конечно, куда-нибудь макать. Как-то с Лианой ходили по магазину. Она показала мне топпинги. Такие большие. Поливать еду. Шоколадный, карамельный. И я не взяла. Вот сейчас жалею, что не взяла. Надо было брать. Я сейчас, мы утром иногда поздно просыпаемся, я сейчас, чтобы дольше поспать, если, например, я утром яичницу делаю или кашу, там какие-нибудь сырники делаю с вечера. А утром просто подогреваю. Вот эти вафельки тоже можно с вечера сделать. Давайте еще съедим соленый и все. А то у меня Костя на обеде, он уже покушал.
Муж скоро на работу. Классно, что он пришел на обед. Я спокойно снимаю. Блин, ложечку нутелли испачкала. Мне кажется, Лёва по вкусам пошел в меня. Он обожает икру. Обожает икру, обожает лосось. И сладости. Мне очень все понравилось. Пишите, как вам видео. Ну что, будем прощаться. Спасибо, что были сегодня со мной. Всем пока. До новых встреч.